большое. Это еще не все, еще один человек хочет сказать напутственное слово, друзья, встречать, я его уже объявлял. Актер, говорящий Николай Наумов, ваши аплодисменты. Конечно, спортсмен Николай. Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, земляки. Представлю тебя, Илюша, Илья Сергеевич. Перед началом этой встречи подошел ко мне и говорит, сначала выйдут серьезные люди, а потом ты выйдешь и немножечко разбавишь атмосферу. Ну как тут разбавишь атмосферу, когда такие сливки общества сегодня здесь собрались? Для меня большая честь находиться среди такого огромного количества уважаемых мной людей в этом зале. Спасибо огромное, Илья Сергеевич, за то, что ты занимаешься тем, чем ты занимаешься. У нас есть будущее. И не только спортивное, но и патриотическое. Здесь сегодня очень много боевого духа присутствует. Спасибо еще раз. А для ребят хотелось бы сказать следующее напутствие. Я знаю, что сегодня многие, практически все встречи крайне принципиальны, очень высоко конкурентны. Хочу пожелать своим победы. Я говорю про клуб «Ярополк». Меня с ним связывают давние добрые отношения. Вот. Спасибо огромное. Всем спортсменам желаю показать свои наилучшие качества и провести свои схватки без травм. Спасибо, друзья. Поздравляю. Спасибо большое, Николай.